Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня утром я зашла в новую онлайн-игру. Называется Legendas. Так вот она красиво очень, конечно, выглядит. Админ постарался на славу. Дней игре 0. Игроков уже 880 человек. Я вот зашла утром, было как бы еще мало игроков. И уже пошли выплаты, и резерв 27 629 тысяч, так, 27 000, вернее, 629. Так, что мы здесь будем? Мы будем изучать воинов, вот как красиво все, и изучать территории. Нам при регистрации дается бонус 10 рублей. Регистрация простая, логин, email, пароль. Я зайду в кабинет. Так, это вы, наш профиль. Нет. Так. Профиль сейчас нажму. Ага. Наш профиль, значит. Ага. Вот наш профиль. И здесь все будет об игре, как бы у нас информация. Здесь вот главная новость об игре, помощь. Кому интересно, уже сами почитайте. И на балансе вот у меня 10 рублей. Я еще ничего не пополняла. Значит, нажимаем «Мой герой». Значит, и нам надо что? Выполнить задание. Вот первое. Исследуйте территорию «Драконий край», чтобы получить доступ к покупке первых воинов. Значит, давайте сначала я хочу пополнить баланс на 50 рублей. Вот. Так, пополнить баланс. Так, и без всяких нулей просто вписываем сумму. Я нажимаю «Продолжить». От платежной системы Payeer, Яндекс, Виза, Фрикасса. Нажимаю «Оплатить». Меня перебрасывают на платежную систему. «Подтвердить». Я пополнила баланс, и у меня как бы стало 60 рублей. 50 я пополнила и 10 бонусных. Значит, нажимаем «Мой герой». Ну, как я, исследуйте территорию Драконий рай, чтобы получить доступ к покупке первых воинов. Нажимаю «Приступить». И вот можно исследовать Драконий рай. Нажимаю «Край». Так, «Исследовать» нажала. Угу. Территория Драконий край успешно разведана. Так, значит, возвращаюсь в мой профиль. Нет, наверное, не туда, подождите. Мой герой. И смотрите, вот мой герой. Забрать награду. Так, награда 5 рублей на покупки, опыт 15. Все, квест успешно выполнен, награда зачислена. У меня на балансе стало 55 рублей. Далее. Так. Купить воинов, Вариан и Валира. Воины необходимы для сражений, их количество... ваша мощность. Нажимаю «Приступить». И вот наши воины. Мальчик, девочка. Значит, опускаю чуть ниже. И вот на эти бонусные, вот цена одного воина 2 рубля, другого 3 рубля. Это выходит на бонусные деньги мы можем купить. Значит, покупаю мальчика.
и девочку. Так, нажимаю купить. Так, купила. Опять возвращаюсь, мой герой. Далее что? Купить. Так, забрать награду. Так. Награда 3 рубля. Вот на балансе стало 3 рубля. И опыт 50. Значит, отличная работа. Настало время провести первый бой. Атакую или защита? Выбор за тобой. Так, приступить. Что у нас там? Ага. Объекты для нападения. Так, награда 10 золота и 3 опыта. Давайте пройдем вот первую. Нажимаю атаковать. Так, твои атакующие войска отправлены в бой. И идет отсчет времени 10 минут. Так, истекает время. Вот был характерный такой звук. Значит, все. Время я прошла. Собрать награду нажимаю. Все, получено 3 опыта и 10 золота. Возвращаюсь, мой герой. И забрать награда 2 рубля. На покупке 50 опыта. Забрать награду. Так, забрала. Так, далее я иду в мой профиль. И смотрите, вот здесь доходность героя. Начала смайниться вот денежка. И у меня вот на балансе 9,50. Я их позже чуть-чуть выведу. Далее опять нажимаю мой герой. Так, поздравляю, ты прошел путь бойца. Настало время стать настоящим героем. Получи второй уровень. Атакуя или защищая цели, и я щедро награжу тебя. Значит, что у нас вот за это у меня есть. Так. И вот эта вот девочка. Далее что? Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Приступить. Так. А объекты это я уже... Значит, проходило, и время я не буду затягивать. Далее, что мой герой? Так, территория. Угу. Драконий рай. Край. Так, я его изучала. И мои воины. Следующая территория. Вот, небесный храм. Перескакивать здесь нельзя. Не пройдя вот этот по очереди, да, купить вот эту бухту. Надо все по очереди. Давайте я куплю за 50 рублей. Так, территория небесный храм успешно разведано. Вот. Так, далее мой герой. Вот у меня на балансе осталось 5 рублей. Так. Поздравляю, ты прошел путь бойца. Настало время. Так, ага, атакуй или защищай. А тут у нас что приступить? Посмотрим. А
здесь у нас, ну вот здесь вот это у нас далее что? Так, здесь у нас магазин. Вот эти два у меня куплено. Далее. И вот эти мне не хватит. Надо еще будет пополнить, чтобы купить два бойца. Это я потом уже на 25 рублей у меня на балансе. Ну еще на 20 рублей я пополню чуть позже, чтобы не затягивать видео. Так, далее что? Так, магазин. Тут вот у нас нападение. Сейчас по шапке пройдемся. Вот объекты для нападения. Так. Ну, пополнить баланс я показывала. Здесь заказать выплату. Здесь обмен баланса. Обмен баланса можно золото на обмен баланса, как бы мы меняем. Вот. Далее что? Так, обмен баланса. Здесь вот наши партнеры. Наша партнерская ссылочка находится. Далее баннеры. Тоже очень красивые. И настройки. Так, и давайте я, вот у меня на балансе 9.50, я проверю сразу проект на вывод. Так, заказать выплату. Так. Указываю номер кошелька. Ага, Payeer. Ну вот я Payeer. Так. Ой. И у меня выводить тоже. Копейки, вот 9.50, полностью не выведешь, только ровную сумму. Нажимаю выплатить. А вот и денежка сразу пришла. Вот мне как бы приходит оповещение на почту. Сейчас зайдем на почту. Так, и посмотрим выплату. Так. Payeer. Пожалуйста, 8.91 у меня на поступили на кошелек. Комментарий, выплата, игроку мой логин. Ну, и легенда, как бы игра. Проект платит. Я думаю, тут разобраться несложно. Кому интересно. И еще забыла сказать, это игра от админа Феномен. Кто, как бы, да, у кого есть, тот знает, что админ хороший, платит. И начала вот у меня денежку уже майниться быстрее. Ну что, на этом я буду заканчивать. Кому интересно, присоединяйтесь. Видно, что игра надолго. Ну вот. Ну, на этом все. Всем удачи. Пока-пока.